основное, это лечение подсолнечных средств, это антикоррозионная защита поверхности. И лечение ее от действия. Рассмотрим одну из многочисленных вирусов удовок, которая с названием «Цинпрамио» и выпускается бельгийской компанией «Сикси». «Цинпрамио» представляет из себя универсальную антикоррозионную страховку по металлу на основе фосфата цинка. Прекрасно борется ржавчина, замедляя процесс ее образования. Надежно предохраняет как внешние, так и внутренние поверхности от образования коррозии. Пользоваться грунтовкой достаточно просто. Для начала нужно снять крышку и освободить шарик-дозатор, сильно встряхивать шарик-дозатор в течение 1 минуты. Для получения наилучшего покрытия наносить средство желательно тонкими ровными слоями на чистую, обезжиренную поверхность, продолжая встряхивать во время использования. После окончания обработки необходимо очистить аэрозольный клапан. Перевернув баллон в дно и нажимая кнопку до тех пор, пока из баллона начнет выходить только пустой газ. Еще стоит отметить, что уже через час после покрытия на слой можно носить однокомпонентные краски. Светло-серые все средства делают возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей. Таким образом, версия «Цинпрамио» является прекрасным контролирующим покрытием для защиты от коррозии и сохранения яркости верхнего слоя. Поэтому и получилось широкое применение в сельском хозяйстве, строительстве, ну и, конечно, лавка ремонтных запчастей.